Sì, mi dici molto tanti di Tortoletto, non è che t'ho scordato. Logico debilo. Кто-то сдох. Кто-то. Кто-то. Кто-то умер тоже. Как бы смешной О. прикол от разработчиков Скавира сделан. Разработчик Дай, плохих черт! троллей. Убил меня на улице, я не смог его убить своей винтовки. О, я же фьюз. А я думал, я это ДКЕБИ. Узнаем, где наш враг. Узнаем, где наш враг. Ромчик, у тебя телефон звонит, выруби. Ромчик, возьми телефон, лежит, нет? Даже у нас сзади телефон лежит. А, он сквозь стену, понятно. А, Уберкуима заиграет за этого, блин. Нет, зачем ты взял ДКЕБИ? А кажется, кстати, фьюз плохой этот, он в низком тире находится. Я думал, он крутой, типа. Мне он нравится. Ну, блин, некоторым уже нравится это убийца, и чё теперь? В низком тире все равно находится этот фетиш. ты чё как что это за игроки что это за почему она меня увидела я ее не увидел вообще даже на повторе не делись если я ее не увижу что, почему я ее не видел то Вот некий сейчас не смешной прикол был, знаешь, вот эти вот странные балки железные, вроде они как бы должны пролетать патроны, они не прилетают. Некий, возьми телефон, или он исчез уже. Да некий сосредоточиться пытается, ты какие слова говоришь. Некий не умеет. Сейчас выйдет это. Десант. Что? Какие он еще накнулся? Ну это где, если что? Я по механику играю. Десант. О. Смех ради. Алмау. Знаешь, эти типа мемы, грубый мем превращают в всякие интеллигентные такие типа там. Типа кто нахуй, типа, извините, можно ли узнать, кто соизволил да, знаю. Мне дерзить? Вот, и, типа, моя поржать захотелось, это смех ради. Вот это смешно, да. Так, надо взять не P90, не говно, а нормальное что-то. Жалко, что у рук такого нету. Вот ты такие вещи говоришь, ты можешь сказать, что не токсик, вот P90 приятно это слушать. Не, ну я, конечно, понимаю, да, там всякие юморные, типа, обороты есть, да, сарказмы, вот, да. Типа, вот, знаешь, то есть, что-то смешное, да, а чё ж ты не используешь? Ром, чё? А ты не хочешь погулять? Кого? Гулять не хочешь? Ладно, там. Хочешь. Хочешь? Хочешь. Ромчик, то есть ты не токсик теперь? Чё, чё тебе произошло? Или мне послышалось? Вот ты сдох там 10 раз, пока это слово говорю. Ромчик, ты не дотошь. Чё с тобой произошло, блядь, у меня? Тебе показалось. Я просто страшно очень было. Я просто сказал, типа, Ромчик, теперь ты не токсик, да? А ты что-то там себе надумал? Рончик стреляешь. Бедный. Ой, куда я стреляю? У меня кнопка. Ой-яй. Нажми на кнопку. Получше лицо. С каждым днем мы все дальше отдаляемся от Бога. Был бы от чего отдаляться. Дальше отдаляемся. Не, ну там окошко сломали, замечательно. Мне согласен. Нравится. Главное далеко не отдалиться. Я отдалюсь очень мало. Кто? Вот здесь враг, нет, здесь нет. Это Кали. А Кали? Кали. Кали. Шая. Кого? Кто? Там сзади тебя что-то страшное. Докладываю, заряд обнаружен врагом. Кем? Кто? Врагом. Кто соизволил заметить? Блин. Блин. Кто там ходит, кто-то проводит.
Кубик. Капец. Это было подзебильно абсолютно. Я переключился на пистолет и... Это не пипец. А как мне его убить-то? Никак, обойти. А вы убили Карли? Нет, он у нас здесь. Найс. Что? Грейт. Грейт, я туда заем. Ой, фиг. Что, она вообще ничего не поняла? Ой. Он и фиг. Ой, фиг. Кто напишет на ую, тот лох. Не, я хотел написать кик в заворде. А потом подумал, блин, зачем. Ну, то, что я добрый человек, как бы, не с каждым разом все смешнее. Это замечательно. Некит. Проблемы с развитием? Некит. Ладно, тогда можно. Разрешаю. Ну да. Ой. Ой, кого? Так, мышка. Что? Нарушка. Ты мышка? Нет, я наружка. А-а-а. Машина ездит. Я машина. Двойник в деле. Пора перезарядить. Вот, короче, под мышка, да, у меня есть на мышка. Лоу. Лоу, да. Вот я сейчас с этим грифер, смотри, я сейчас умираю, окно сломаю, бирку, смотри, смотри, еще выстрелю, баллон сломает твое окно. Я тебе потом баллон сломаю сам. Ну сам это, конечно, хорошо, огушит, так сказать. Враг не знает, где заряд. Так, сейчас паунки его будет. Нет, завордить у тебя не получится. Ну ладно, так быть. Красивый, как ты. Крейзи Дэймон. Крейзи Дэймон. Дэймон. Даймонду. Ну как бы это и английское. Крейзи Даймонд. Я убираю чищу под камеру, короче. О, они вот здесь. Где? Кого? Они там на лестнице, короче, с Монтани и Калеб. А у меня это не обозначается Мари. А. Дуб. Красненький обозначается. Иду убивать. Я могу кинуть туда, короче. Перпределку, чтобы не проиграли. Надеюсь, кто-нибудь понял референс, было бы классно. Я ничего не слышал. Ой, там враг вот здесь, я вход попал. О, ранение, нормально. Аккуратненько, спокойно, ничего высунуться, а я тут из-под кровати. Там враг, спасите, он здесь. В окне один ранен, другой стреляет. Ой. У него голова выскочила, как она подстрелила-то. Да, кого, кого? Sorry, sorry, boy. Где кого? Не знаю. Капец, а. Ну это нечестно, так играть в игрушки. О, минус с капканом, да. Мам. Че? Я, наверное, сейчас гулять пойду. Сможешь дать мне денежку, и тогда сам себе куплю грифель и пепси-колу. Что? На ней. Ну, так с карточки. А? Надо. Почему? Прислоню карточку и платье. Живых только один противник. Там же вот, там просто прислонил карточку и оплатил. А чё ты, ты не хочешь карточку? Нет. А чё, причина же какая-то должна быть? В смысле нет. Ну если она мне не даст ничего. Группа противника уничтожена. Ну, он не хочет. Тут-то куля, куля. Как себе там грифить? Или не пикалывается? Резидент. Мама моя. Я жду, мил.
Точенко не реворкнутый, а? Мы что, 5 защиты, что ли? Ну, мы всю жизнь теперь защитой были. Это ужас. О, финальный раунд, кстати, надо все, надо это. Стада. 5-го, 10-го. Стада. Стада. Ромчик, Ела или Мира, быстро. Мира. За кого лучше получается? Ромчик, Я люблю Радисулика Фацио Кагаре. Это что-то оскорбительное. Ой. Что-то оскорбительное. На, бан, всё. Боже, бан. Как сказать, я в тебе разочарован, пигмент? Disappointment. Дед, не знаю. Всё, хватит. Пена Финита, Тила, Дефары, Уна, Партита, Коной. О, минус 3 машинки сразу, нормально. Куна, чёрт, ничего, но я мигеряю, я мигаю. Я мигеряю, чекаю. Ещё 10 секунд. Эта область находится в поле зрения врага. Я, кстати, посмотрел жужжон на этой итальянской озвучке дубляже. Довольно смешно. Смеяться над другим языком. Озвучка смешная. Ситуация страшная. Ну, вот Микропкан смешной, а озвучка смешная тоже. Что, мне здесь больше не пойдет? Ой, как душно. Ну. Ой, я наверху. А, это Вордик, блин, дурак. Что? Я под тобой звучал, как будто ты тысячу слонов топит меня в бояться. А это я. Ты всего лишь жирный. Не слышу врагов около тебя. Я тоже. Я слышу камень, там снова камень. О, вот он, тварь. Надо было бы желательно сейчас выиграть, кстати. Ты как? Так, Влад, быстрее, помоги. Господи, Влад, я же сказал, вот у тебя враги. Ничего, мне сейчас обосраться надо было, или чего? Да. Там, короче, Монтани и Кали дебили. Раз, два, бэм! Кали дебили. Почему-то оттуда никто не идет, странно. Ну тут враг, спасите. А, бам, окей, бам, 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 бам. Как я не убил, у меня там 2 хп осталось. Я космодесант. Чё, Влад убил? Нет. Я смотрю в камеру, Влад, здесь никого нет. Точно? Делаю обзор камеры, позволяет. Дальше. Смотри в дырку. А я скажу, если кто-то будет слева идти. Слева идут слева. Блин, спасите, патроны быстро кончаются, урона нет. А я мне еще подниматься там придет. Ой, нас там на спаун нападают, тихо. Буду сидеть здесь. Я здесь мой дом теперь, все. Она идет, Влад. Она. То есть она вот здесь? Не нет, она сверху. Скажешь, когда она скажешь, когда она спустится с лестницы, или ты не видишь? Угу. Вижу. Так, там кто-то стреляет. Кто? Кого? Блин, я еще не вижу так. Блин, со всех сторон могут его убить, страшно. Хорроры я люблю, да. Черт. У нас, короче, на спаун нападать все очень плохо будет. Вон там на лестнице убили чувачка. Мне страшно, если вот отсюда могут убить. И отсюда еще, ё-моё. Как вообще играть в эту игру? Со всех сторон. Вот как она отреагировала быстрее меня, мне интересно просто. Бак на А. А, в туалете, бак в туалете. А, ясно, это вот для меня это, с моей стороны это было не так дебильно. Бак, он справа, он справа. Так, чё, это враг? Я думал, это, блин, этот, как называется, ящик этот дебильный. Гальдемит просрали. Чувака, нет. Нормально, чемпионы, что мы... Чего нет, все враги не отмечаются. Это так говорят. Добавь ещё эту, забанись, повключил микрофон, там на заднем плане. Это меня скидает, это Си? Мерси. Он гет этот. О, реально гет, молодец.
Хоть какие-то положительные эмоции у меня от этой игры оставить. Так, ну чё, ребята, давайте жить дружно. Чё, Ники, ты сейчас чё, пойдёшь или... Да. Кия-я. Пра-пара-та-та-ра-ра-ра, паста-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Тебе смешная собака, она... Это что ли, Пашкина? Это Смерч называется. Это Пашкина собака? Это Пашкина собака под Мэджиком два раза. Это Вождёрков. Под кокаином, что ли? Вождёрков под кокаином, да. Этот... А, вы на сколько? На час, на два, на три, на четыре? На час, на два, или на три, на четыре. Ой, у нас был звонок с длиной в 3 часа, прикиньте. Воу. Круто, я понял, на скайпе были звонки по 6 часов. Да там времена понимаю. 6 часов на комбликации.